По образованию врач, больше 15 лет, вот, как раз для вас будет интересно, занимаюсь фармбизнесом, очень серьезным фармбизнесом. На сегодняшний день я кей-каунтри менеджер одной фармацевтической компании, которая промотирует эксклюзивные дорогостоящие препараты. Занимаюсь в основном нейрогруппой препаратов. Вот. Отвечая на ваш вопрос по фармбизнесу. Значит, смотрите, прибор действительно хороший, но острые ситуации, острую боль он убирает легко. Все, что касается хронических проблем, извините, вы за 40 минут не уберете. Вы и за 2 месяца этим прибором это тоже не уберете. Поэтому нужна комплексная подача. Любой хронический процесс требует и фармацевтического, и приборного лечения. Да, лучше, да. Да, потому что, как бы вот у моего товарища, серьезные проблемы с простатой. Очень серьезные проблемы с простатой. 2 операции перенес. Как бы сейчас прошло полгода, легче, но не, пока полного излечения нет. А у него онкология? А? Онкология? Нет, не онкология. Гнойные кисты простаты. Вот, их дренируют, они появляются. Их дренируют, они появляются. Определено, что в простате? Да. 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 Но понимаете, как бы паразитология интересна тем, что организм действительно, как бы любой паразит это очень умная штука, понимаете, как бы. И если на него начинают воздействовать, первое, он начинает интенсивно размножаться для того, чтобы сохранить себя. Или наоборот, он уходит в латентную форму, переходит в L-форму, которая уходит в ткани, и ее невозможно выявить. Вот этот прибор ее способен выявлять, но это не один день, это несколько месяцев.